Александр что-то делает. Ковыряет свои вещи. Наверное, запаковывается. Попали, дел шапочку, я не один. 18 августа. Первый день похода. Последние приготовления корабля к выходу. Мы загружаем вещи. Наш капитан Павел Семенов, организатор нашей историко-практической экспедиции и строитель Драккара Скальд, самого большого в России действующего корабля викингов. Деревянный корабль не бывает абсолютно герметичным. Отчерпывание воды из трюма – стандартная процедура. Чела, лешего? Вот мы на большой воде. Наш поход пройдет по Ладожскому озеру с 18 по 25 августа. 8 дней гребли и парусов. Мы вышли из яхт-клуба «Кошкинский фарватер» близ поселка имени Морозова в Ленинградской области. В наших планах пройти вдоль западного побережья Ладоги до города Сартовала с заходом на Валаам. Всего порядка 300-320 километров. В 9 утра мы вышли и шли на веслах, чтобы наша компания, собранная из людей, объединенных общими интересами, но имеющими совершенно разный опыт водных походов, начала срабатываться, становясь постепенно настоящей командой. Мы идем с поставленной мачтой. Волна качалась в заливе до 1,5 метра, что для лодки шириной 3,5 метра было абсолютно не критично. Ветер южный, боковой, 8-10 метров в секунду. Первые 2 часа дались легко, и мы прервались, чтобы попить воды. Бочка там или там? Там бочка. Передавайте кружку, наливайте. Только на том конце разве нет бочки? Нет, там за бочку. Давай. Налей. Передать. Народ утверждает, что у них нет бочки. Путешествие, прекрасная погода, тепло, последние деньги лета проходят. Мы выбрали такой прекрасный способ проводить лето, как пойти в поход, просто в поход, а в поход на ладье, и не на простой ладье, а на самом большом действующем современном в России Драккаре. Драккаре Скальд в городе Елецке, который построил Калин. У нас есть ролик про этот Драккар. Короче, очень классно. Идем путешествовать, расслабляемся, прекрасно себя чувствуем. Всем советую. Никогда не знаешь, когда именно тот момент, чтобы включить камеру. Не попала в кадр случившаяся с нами опасная ситуация. Затрещала мачта и стала расщепляться, грозя рухнуть на команду. Пришлось разворачиваться кормой к волне и снимать ее, стараясь не уронить. Усугубляла ситуацию несработанность команды. У нас все получилось, но момент был крайне напряженный. Быстро ставить и снимать мачту нам только предстоит научиться в походе. Преодолев критическую ситуацию, мы взяли в руки весла и двинулись дальше.
За день мы прошли от яхт-клуба «Кошкинский фарватер» между банками «Железница» и «Ольховец» по так называемому «Ольховскому фарватеру». Обошли мыс Морья-Нос и встали на стоянку в бухте Морья. Первый день похода вышел чисто грибным. Движение продолжалось 6 часов и 51 минуту, за которые мы прошли 31 километр. 6 часов гребли вот так сразу – это не просто так. Ощущения были великолепные, и мы были готовы с радостью приступить к вечерним делам. За веревку возьми! Стали! Да хули встали, так сейчас опять оттягивать начнем. Давай. Высаживайся! За веревку нас туда затягивай! Можешь воду откачать? Все поднимешься. Весла из уключен, весла в лодку собрать! На трос нас держите! Смена деятельности, как известно, это лучший отдых. Корабль не мог близко подойти к берегу из-за мели. Нам предстояло войти в воду и вручную подтащить его максимально близко к берегу, чтобы поставить на якоря. Драккар Скальд весит примерно 5,5 тонн. Команда в 20 человек относительно легко затаскивает его на берег. Но если он глубоко войдет в песок, стронуть с места его будет непросто, в чем нам еще предстояло убедиться. Стоянка выдалась на песчаном пляже. Для приготовления ужина нам нужно перевезти на сушу все необходимое, в чем нам помогала специально взятая с собой в поход лодка по имени Галавль, которую мы возили на носу Драккара и спускали по надобности. Просто.
Нет, мы обсудим. А что ты сразу не предложил? Ты знал. Я спал. И не предложил. Ты не закончил. Господа, вы держите в четвером голавля. Что, блядь, происходит? Ну, давай, пожалуйста. Ну, все, вот еще на берег. Вон бакс. Да, бакс с водой. Давайте его один поставим. Поставим. Лодочку поставим. Отнеси в роман. Если вам нужно будет что-то извещение... Несколько ходок к суше и все необходимое перевезено. Можно готовить ужин. Теперь очередь мачты. Для ремонта ее тоже нужно доставить на берег. Там просто придерживай, чтобы не развалилось надо. Остальные ближе. Ну все, вот слом на мне. Огонь разведен, котел на огне, команда отдыхает. Сейчас любая работа – это отдых в сравнении с греблей. Красота Ладоги помогает отдыху. Ну как погрузил, значит, кому-то надо. Что у тебя в стакане? Это чай со смородиной и мятой. Будь осторожно. Идет ремонт мачты. Нужно укоротить ее на 2 метра, переставить утки крепления тросов и сделать еще несколько более мелких усовершенствований. Надо, во-первых, с нее снять утки. Попробовать снять утки. Надо сказать, нам очень повезло с мачтой. Дальнейший поход показал, что мачта отломилась ровно до того места, как оно надо, и больше проблем она нам не доставляла. А сломалась она из-за слишком большой длины. Угол вантовых тросов был недостаточным для ее стабильного удержания. Похожая ситуация произошла у людей в походе из Норвегии в Америку на самом большом в мире действующем драйкаре викингов Харальде Харфагре. Только у них мачта была 24 метра в высоту, и ее падение привело бы к гораздо более масштабному эксцессу, чем это могло случиться у нас. Не представляю, как они справились, да и как ставить и снимать мачту в 24 метра длиной тоже не представляю. Вот так и бывает. У казаков характерников? Да, у казаков характерников всегда было именно так. Сначала они что-то делают неправильно, потом героически преодолевают собственные усилия. Ну, Ладога это, конечно, на такой посудине страшновато по Ладоге ходить. Только как-то вдоль берега. Ну, это весело. Ну, да. Ладога это самый опасный водоем Российской Федерации. Да. Ничего опаснее нет. Нормально, 300 вроде я слышал. 207, давно проводить. На контакт, давай. Вот так, поднимать надо. Ток, садись, сейчас, нормально, погребай, сейчас тебя в натуре утащим. Поднимаем. Да, блядь, нихера не нормально. Блин, надо наконец матч такой GoPro закрепить. Такой подъем. Давай. А потом кто-то полезет. Да. Марсовый матрос. Давай. Конечно. Конечно, не те ощущения, когда было на метро, было прийти. Ставьте хуйню. Где хуйня? Вон, замок. Вставить хуйню. Первая команда на флоте. Железно? Да. Тестовая установка мачты показала, что работа выполнена верно. Один работает, остальные наблюдают.
Да, предупрежу сразу, что наш фильм 18+. В нем будет мат и похабные шутки, которые оказалось просто невозможно вырезать без потери содержания. Из песни слов не выкинешь, хотя самые жесткие шутейки мы все-таки убрали. Вечер был занят починкой мачты. Если бы не этот момент, мы бы прошли за первый день больше, чем 31 километр. Попробовали бы идти под парусом. Получилось как получилось, всего заранее не предусмотреть. Поход был задуман как ходовые испытания для корабля. Это его первый поход на большой воде. До того Скальд спускался на воду только на фестивале Русборг, на реке Быстрая Сосна. Конечно, это водоемы несопоставимые. Первый же день показал, что испытания не лишние. Вечер. На горизонте тучи. Да, готавливается еда. Команда сушит вещи. Впереди ужин и сон. Раскоряку, руки должны держать выше головы. Иначе что-нибудь сотворят. На себе не показывают. Они его держат, там что-то как-то он весь в цепях. Это скорее не то, что он что-то сделает. Это скорее инструмент как бы его подавления. Бац, и уже утро. 19 августа, второй день похода. Кажется, что ничего не изменилось, но мы выспались, поднялись по команде капитана в 6 часов утра, и вот уже готовится завтрак. Утром команда неторопливо, сказались вчерашние почти 7 часов гребли. По плану мы должны выйти в 9 утра, время в запасе есть. На улице зябко, хотя стоит август. Для Ладоги в это время прохладная погода нормально. Спали мы прямо на корабле. На снятую мачту, положенную на стойке вдоль всего корабля, натянут тент. А на палубе между банками располагалась команда по двое валетом. Банки – это скамейки на ладье. Под себя постелен войлок, сверху укрывались шерстяными плащами. Довольно тепло. Хотя в отдельные ночи под утро все же немного пробирало. И чем дальше по дням, тем больше мы шли из лета в осень и с юга на север. На ночь все вещи с пляжа мы убрали назад на ладью. Утром их снова вернули на берег для приготовления завтрака. Так мы будем поступать всю дорогу каждый день. Поскольку постоянно нужно возвращаться на корабль за вещами и обратно, многие из команды ходят по берегу босиком. Каждый раз снимать обувь неудобно. Огонь мы разводим в специальном поддоне. В случае надобности на нем можно развести костер и на борту корабля. С утра ребята наловили рыбы, и я вызвался почистить ее. Окуньки, подлещики и еще что-то. В местной рыбе я пока не разбираюсь. Рыба пригодится нам вечером. Время выдвигаться. Решено сразу поставить мачту. На себя. Ага. Пальцы убери оттуда. Да. Поднимать. Опустить еще. Поднимать. Поехали. Давай, 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 давай. Все смотрели, кто убит на воде. Да. Давай, поднимай. Раз. Да.
50. Ага. Да, так оставить просто ее? Ну, вот еще один шлаг сделай там. Третий. Как для королевской яхты. Четвертый уже. Пятый уже пошел. Дрова. Да, пришел. Заплатить, блядь, ну 10 тысяч штрафа и все, нахуй. Да все хорошо. После вчерашнего грибного подвига энтузиазма у команды немного. Все пока вялые. Я однажды был на такой охоте. Шустрее, шустрее, переходите сюда. С носа сюда переходите, облегчайте нос. Аккуратно друг друга, да, не пиздите ее. Приготовились! Пытаемся столкнуть наш драккар с песка общими усилиями, уперев весла в дно. Раз! Давай, 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 вместе! В команде вместе, а не как всегда, блин! Приготовься, в корму толкаем, а не вниз, угол наклона больше! Больше угол наклона, вольки высоко, я так... Приготовились, поехали! За ночь наша лодка прилично села на мель. Столкнуть ее с места веслами не удалось. Дана команда всем за борт. И мы сталкиваем ладью с мели вручную. 5,5 тонн своего веса, да еще и дерево вбирает в себя воду. В общем, это не так просто, но мы справились. Весла снова в руках, и мы отправляемся в путь. Нас ждет целый день на воде, и сегодня мы обязательно попробуем парус. Вы расправляете парус внизу. Юра и Антон тоже сейчас сужи весла. Юра, Антон, убирайте тоже. Немного отойдя от берега, мы ставим парус. Капитан у нас что надо, руководит и ругается как положено. Придерживай парус, давай. Спокойно, без воплей. Ветер сразу наполняет тяжелое полотно. Александр удерживает брас, перекинув его через утку. Так проще и сил тратится гораздо меньше, чем если бы он держал его напрямую только руками. Уберите, пожалуйста, трусы из карты. Минуточку. Не сушите неисторичные трусы. Совет бывалого. Тоже волна ничего прошла. Фига себе волны. Вот если такая волна в борт даст, тут нам и конец. Ну не, конечно, можно идти сразу, но... Тут настанет время искать свои подписанные эти... Спасжилеты. Спасжилеты. Парус зарифлен на два ряда рифов. Рифы – это подвязки на парусе, чтобы регулировать его площадь. Ветер от крутого до полного бакштага. 8-10 метров в секунду. С порывами до 20 метров в секунду. Волна до 2 метров, и скорость отлично чувствуется. Да, как нам сразу объяснил капитан, он все параметры нашего путешествия, связанные с скоростью, расстояниями, ветром, сообщает нам в метрической системе, а не в милях, узлах и так далее. Мы все люди не морские, и так нам проще. Этого же правила буду придерживаться и я, рассказывая о походе. По данным навигатора, нам удалось развить скорость до 17 км в час. Максимально в походе мы добивались 20 с чем-то километров в час под парусом. Это ощущение полета. Это одно из тех ощущений, за которыми нужно идти в ладейный поход. И обязательно с парусом. Ага.
там волны серьезные, там пока там ролик топит. Пару точек. На скорости и под ветром начинает пробирать, и команда утепляется. Кто-то прикорнул, чтобы добрать сна. Потом мы будем еще много грести и привыкнем каждую установку паруса воспринимать как отдых и возможность доспать и восстановиться. Даже час гребли – это хорошая тренировка, а 3 часа, 6 часов грести – это тренировка отличная. Сегодня день паруса, мы в пути уже 3 часа, выглянуло солнце. Один из самых парусных дней за весь поход, но и погрести сегодня нам еще предстоит. Ладога – это самое большое озеро Европы, его площадь 18 тысяч квадратных километров, глубина до 230 метров. И самая большая как раз на севере, куда мы идем. Практически море. Ветры и течения в Ладожском озере вдоль западного побережья в основном имеют северо-западное направление и попутны нашему походу. Антуражность – это важно, и мы старались соблюдать историчность в течение всего похода. Это касалось одежды и большинства предметов быта, но яркие спасательные жилеты – это жизненная необходимость, без них никак. Это же касается и некоторого снаряжения корабля. Например, парус у нас из брезента, а не из шерсти, а канаты синтетические. На горизонте ходят дожди, разнообразие и без того разнообразное и потрясающее окружение. От горизонта до горизонта простор, стихия и красота. Вчерашняя усталость просто забыта. Любуешься миром не глазами, а сердцем, поглощая каждую минуту жизни с двойным удовольствием. Погода портится, время снять парус и перейти на весла. Причем нам нужно поторопиться, ведь волны сносят нас, а берега Ладоги каменисты. Мы еще не опытны в работе с парусами и мачтой, капитан, естественно, недоволен. Ничего, научимся. Начинает накрапывать дождь, накрывает нас, резко похолодало, но с веслом в руках разогреваешься быстро, особенно под забористые истории нашего капитана. Гребем мы уже заметно ровнее, команда сработалась за предыдущий день. И нам когда базу отдали, там на пустыре собирались наркоманы. Вот. Ну и мы их обижали и выгоняли, потому что у нас же военно-исторический кружок, как бы, зачем нам наркоманы? Вот. И однажды открылась дверь, зашел милиционер и сказал: «Вы кто такие? Вы почему наркоманов бьете?» Я подошел к нему и говорю: «Товарищ капитан, вы вообще зачли с стороны? На стороне нормальных парней или наркоманов?» «Нет, нельзя отдать ему должное», он просто сказал: «Секундочку». Вышел за дверь, закрыл дверь, потом открыл дверь, зашел, сказал: «Здравствуйте, я ваш новый участковый, капитан Харьков. Очень рад с вами познакомиться. А вы кто?» Я говорю: «Это Слава Павел, Весельский Кабельгер». «А теперь вопрос, зачем вы наркоманов обижаете?» Я говорю: «Ну они же наркоманы». Вы понимаете, раньше они сидели здесь, в углу. Мы знали, где их найти. Я приходил и забирал. А теперь, когда они разбежались по всему микрорайону, и хрен знает, в каком они подъезде сегодня сидят. Представляете, сколько мне работы добавили? Мне приходится все сюда ходить. Я говорю: «Ну, товарищ капитан, извините, мы не знали». Я говорю: «Ну, вы скажите наркоманам, что если там выберут какое-то другое место, мы не будем их оттуда прогонять». Он говорит: «Да поздно уже, поздно, все». Вот. А потом он взял привычку, он, короче, когда выпивал сельян, он звонил мне: «А вы там очень пришел, где вы видели сельянчик?» Я говорю: «Сельяна, я в душе самурай, у меня есть меч.
Давай сразимся с тобой на вещах. По пояс в снегу. Чё, летом, он говорил, ровно то же самое. Я говорю, Харьков, приезжай, говорю, просто на тренировку, резиновой палкой подъём тебе. Если тебе не хватит, говорю, тогда хрестим, давай на мечах. Только снега пока, а то как бы август, конечно. На полиной пух. Да, вот он край. Ну вот такие разные приезжают. Вот, один цепочек. Дождь прошел, можно снова ставить парус. Знамя на мачте – флаг Липецкой области. Драккар «Скальд» построен в городе Елец, там базируется. И капитан Павел Семенов по прозвищу Паль тоже оттуда. Левый шкот в нос, правый шкот в корму. Брасы, соответственно, так же. Вот, и погода отлично. Сижу на шкоте. Выполняю важную функцию. Удерживаю. Ветер подстиг, волна легла. Где бутылка? Гальюн Шурчилова. Зовет. У кого гальюн? Только там была. Я уже ходили. Правда, дайте гальюн, пожалуйста. Так проходит время, и мы опять на веслах. Ветер порывистый. Облака, конечно, это нечто. Да и все небо. От дождя мы уже подсохли, за кадром нас накрыл еще один. Когда гребешь, не только теплее, но и быстрее сохнешь. Вообще такой лодейный поход – это все время быть мокрым, но не мерзнуть. Историчная льняная и шерстяная одежда хорошо греет и мокрая. Ну и весла, конечно же, тоже. Хотя холодно тоже бывало. Над нами раскрылись сразу две радуги. Вышло солнце. Вроде недавно было прохладно идти на парусе под ветром, а вот уже и жарко. Солнце на воде чувствуется сильнее, обгорели мы быстро. Кто-то еще за первый день. Возле острова Узкий сняли парус и начали заходить на ночевку в бухту. Здесь сказалось то, что ветер отжимной от берега. Шли против ветра с черепашьей скоростью. Пришлось выбросить якорь, его тащило. Это был легкий 16-килограммовый верб. Но мы под ним дрейфовали недолго. Убрали парус и мачту. Скорость выросла, и мы смогли зайти в бухту. Такая тема будет продолжаться и в следующие дни. Поэтому мы будем сразу убирать мачту при повороте к берегу. Лежит.
Да, смотреть, как мы гребем, можно бесконечно. Сегодня всего 3 часа гребли и 6 часов под парусом. Причалили в 18:30 в Тайполовском заливе. Время вечернего костра. Смотреть на огонь – одна из тех вещей, что можно тоже делать бесконечно, как известно. Тут нам пригодилась пойманная утром рыба, которую мы с удовольствием запекли на огне и съели. За сегодня прошли от бухты Моря и мимо острова Узкий до Тайполовского залива. Пройдено было на парусе 47 километров, всего 59,2 километра. Общее время движения 8 часов 11 минут, из них около 3,5 часов на веслах и 4,5 часов на парусе. Вечерние посиделки у костра с разговорами, историями и байками. Лучший отдых для сплотившегося уже коллектива. Кстати, без алкоголя. В походе у нас сухой закон. Ну, он реально очень такой забавный чел. Я почему-то вот эти все места в юности объездил на мотоцикле. Я места знаю хорошо. Стоянку разбили на берегу в лесу. Снова перетаскали на берег все необходимое для приготовления ужина. Сосновый лес, песчаный берег. Отойдешь от огня на несколько шагов и тишина. Только плеск волн, шелест хвои и камыша. А вдали расположились мягкие, но грузные вечерние облака на закатном небе. Из людей никого кроме нас. Спать снова легли в лодке. Постепенно все вещи начали обретать свои места. Весла стали подвязывать вдоль весельных портов. Сундуки в корме ставить друг на друга. Голавля привязывать снаружи в качестве трапа для выхода из лодки. На носу появилась веревочная петля в качестве ступеньки для залезания на борт. Тент натягивался все лучше, учитывая дополнительные жерди, которые мы срубили вечером накануне и стали использовать в качестве продолжения осей мачты и реи, через которых перекидывался тент. В общем, процесс устаканивания рос и ширился. Третий день, 20 августа, утро. Снова подъем в 6 часов ровно. Приятный подъем после сна на палубе. Мышцы побаливают, сказывается работа на веслах. Время снимать тент, завтракать и выходить дальше. Солнце легким золотисто-платиновым светом оволакивает небо и все вокруг. Ставим мачту, уже ловчее. В целом, дела и обязанности на третий день стали распределяться сами собой, и все уже знали свое дело и что нужно делать, как готовить корабль к выходу. Подвязка вант – дело хитрое. Натянуть надо качественно. Мачта должна стоять идеально ровно и крепко. Ванты – это снасти стоячего такелажа, которыми укрепляют мачты с бортов судна. Число вант зависит от толщины мачты и площади парусов. На скальде – вант 4. По две с каждого борта. Ванты подвязываются при каждой установке мачты и убираются при каждом снятии мачты. Мы это делали по несколько раз в день и к концу похода научились это делать быстро. Рею сразу располагаем поперек корпуса корабля у мачты и подвязываем. Это нужно для того, чтобы иметь возможность быстро поставить парус, когда мы отойдем от берега. Подвязываем так, ближе. Все внимательно наблюдают за тем, как подвязывает рею к мачте Александр Шурчилов, помощник капитана, чтобы самим научиться делать это правильно. Так, я подвязывал, блядь, его. Вот же он. Как важно все на себя подвязывать, потому что технологически важно. Это надо будет марку сделать. Хорошо делаешь, да? Это сейчас немножко, блин. Наверху, конечно, будет. Надо
А это как вы можете сделать, как называется? Вот сейчас концовка. Кноп. Кноп, да. На заплетке прям сразу. А потом так вытаскивать. С этой стороны еще. Резать. А мы его не будем вытаскивать. Два раза, наверное, надо протащить, да, я думаю. Да, он был два раза протащен. Так какая-то для живучести полка, да? А вот это у нас веревка для хера. Не знаю, она выглядит очень важной. Плохо быть тупым для парня. Я протащил веки. Простите меня, ребят. Главное, что надежно все. Да. Здесь сюда будет, вот в этом районе, да? Здесь на это. Ну тут вот, да. Да, здесь прям на тёртости. Как на жопе. Так будет соскать. Товар бы из нее надо сделать. А? Товар бы из нее надо сделать. Андрей, такие круглые штуки, которые, да? Да. Кенку убрали, да? Убрал. Что, знаешь? Специальный бугельный узел, да? Нет. Сейчас, я не знаю сейчас. Мне пока ведет судьба, я пока не знаю, какой будем узел вязать. Веревка будет заканчиваться, будем смотреть. Чего мы набьем вон нормально, чтобы не как в первый день мачта. Не трехового мачта. Это тонковато, наверное, для ванты. Не, это набить, натянуть просто. Страховка. Ну, я потом сделаю. Так, да? Вот так. Я сказал начать. Друзья. Что-то больше. А здесь? Еще. Давай, еще. Еще дырка. Еще. Проходим. Все. Все. Вышли в 10 утра. Сразу встали на попутный ветер, подняв и распустив парус. Солнце яркое, погода отличная, легкие белые облачка на небе, движемся вперед. Чувствуется скорость, команда практикуется работать с парусом. Управление кораблем – это не только управление рулем, но и парусами. В нашем случае одним парусом. Да, под парусом очень хорошо. Сидишь, не гребешь. Даже скучновато. То ли дело погрести 6 часов без перерыва. Вот это вот веселье. Это настоящий отдых. Бескрайние вода и небо наводят на философский лад. В древности Ладогу называли морем Нева. Из Ладоги берет начало Нева, а в Ладогу впадает Волхов. Здесь проходили торговые маршруты, давшие жизнь Древней Руси. Отсюда началось становление древнерусского государства. На берегу Волхова стоит Старая Ладога, первая столица Руси, откуда начинали свое правление Рюриковичи. Реки и озера в те времена заменяли дороги. Перемещение по воде было куда более быстрым, чем по суше. Между многими поселениями никаких дорог не было вовсе, а где были, то только земляные. В тех условиях судоходство, корабельное и морское дело являлись ключевыми для торговли, перемещения товаров и войск. Без связи через речное сообщение между поселениями никакого государства на территории Руси быть не могло. Обращение к судоходству раннего средневековья, реконструкция кораблей той эпохи, походы на них по древним маршрутам – это обращение к самой природе, корней нашего государства. Звучит пафосно, но да, можно сказать, что Россия началась с ладьи. Без этого ничего бы не было. После поворота в проливе Каневецкий ветер сменился на боковой. По сравнению с прошлым днем ветер стал чуть слабее – 6-8 метров в секунду. Волна метр с чем-то, потом и меньше. Прошли на парусе 35 километров. Попали под короткий, но довольно сильный дождь. Чтобы не замерзнуть, встали на весла.
часть пути сделали на них и снова поставили парус. Расскажи, зачем ты пошел в этот поход, Александр? Отдохнуть. А как отдых? Отлично. Чувствуешь себя заряженным силами на то, чтобы вот приступить к работе с новой энергией, с новым энтузиазмом? Да, да, готов. Через недельку вернемся в Петербург, да? Через 5 дней. И дела как попрут. Вот, кстати, первый катер встречаем. Нам еще Мончегорск предстоит. Да. Да. Рабочее настроение. В общем, уже отдохнули за 2 дня. Конечно, да. Вода, я вот знаешь, что добавлю? Море, пляж. А, знаешь, некоторые вот ездят там в Турцию на неделю, там, в Таиланд на 2 недели. 2 дня походы и гребли, и ты просто как новенький, отдохнувший на все 100. Готов к работе. Готов вернуться домой, пойти на работу и там пахать и пахать. Забыть про всю, да. Лишь бы не было гребли, блин. Ветер особо разгоняться не желал, и остаток пути было решено проделать на веслах. Если при виде нашей гребли вы тоже начинаете непроизвольно раскачиваться, значит, в вас живет мореход, а то и викинг. Александр разносит команде перекус. Мы едим 2 раза в день, завтрак и ужин. А в течение дня у нас 2-3 легких перекуса. Александра Андреева отвечает в походе за все наше питание и справляется отлично. Спасибо, Александра. Вся команда сыта, за что ей огромная благодарность. Каждый грибок движет корабль вперед. Голова очищается, ни о чем не думаешь, просто гребешь. Корпус назад, руки к себе, корпус вперед, руки от себя. Повторить. Тянуть весло надо спиной. Ноги чуть согнуты и уперты. Занос лопасти весла, ввод в воду, проводка, вынос из воды и снова занос. И повторяем. Так гребешь и гребешь, мах за махом. Ладья как крыльями отталкивает себя от воды силой 20 человек. Грести с идеальной техникой нелегко. Особенно, когда это не 20-минутное занятие, а час, два, три и более. Тут, конечно, взглянув на нас, чемпионы спортивной гребли на ялах, с радостью нас раскритикуют. Дескать, делаем мы все не так и неправильно. Только их соревновательные дистанции – это 1000 или 2000 метров с разворотом. То есть 4000 метров максимум за раз. Не 30 километров. В общем, грести долго тяжело, и как ни старайся, а к вечеру сбиваешься, грибок уже не такой правильный и сильный, как в начале. Но мы старались, особенно завидев зелень крон приближающегося леса, так контрастирующего с синевой воды и лазурью неба. Понемногу день идет к вечеру, и время останавливаться на стоянку. Александр, расскажите ваши впечатления. Я гребу. Куда гребешь? Просто гребу. Просто гребешь? Гребешь для удовольствия? Отдыхаю. Отдыхаешь за веслом? С друзьями. Хорошо. Про нерпу записал? Про нерпу все записано, да. Здесь миллион историй записано уже. Ох, это только начало похода. Их можно отдельно издавать. Кажется, Саш, так что, как у тебя отдых проходит? Да нормально? Да нормально отдых проходит. Заебись. Хорошо. Сушите весла. О, я заранее сушить начал. Красный шнур. Сэр, какой вам черт богатство? Сушите весла, сэр. Сушите весла, сэр. Вот как срать-то прикол. А что если это моторный? Разве дальше? Мы уже перешли все, что можно было. Мы уже на границе с Карельской областью. Ой, республикой. В 18.00 встали на якоря на хорошем песчаном пляже с глубиной около 1,5 метров.
что вы думаете об этом месте, куда мы не дошли? Красивое место, отлично. Здесь тоже хорошо. С Драккара и обратно мы ходим не только босиком, но и без штанов. Вообще, на третий день мы уже даже полностью раздевались, прыгая за борт, чтобы переносить вещи на берег, а одевались на берегу, чтобы сохранить одежду сухой. Также и когда поднимались на корабль. Включать кадры с голыми мужчинами в фильм мы не стали. Да. Сюда стоит приезжать. А? Стоит, если там уже есть, то вот это не выглядит накатанный. Предлагаю здесь остаться. Надо это на навигаторе место запомнить. Приехать сюда. Поотдыхать. Александр готовится к съемкам. Живописное место. Лес, песок, ручей бежит меж камней. Переносим вещи с корабля. Воду, продукты. Кстати, мы возим дрова с собой на корабле, на всякий случай. На каждой стоянке пополняем запас. Медовый свет вечернего солнца окрашивает зелень леса в изумрудные тона. И нет ничего лучше, чем дым костра и походить отдыхающими ногами босиком. Все заняты своей работой. Одни собирают дрова, другие рубят. Третьи следят за огнем, подготавливая воду для вечерней сытной каши. А над полянкой стоит дымок, застрявший в ветвях сосен. Все это перемешивается неспешными дружескими разговорами. Кто-то ушел гулять, кто-то смотреть остатки старых финских укреплений времен войны, кто-то общается с людьми, подошедшими поинтересоваться нашей экспедицией. Вообще, на стоянках нам иногда встречались отдыхающие, которые всегда с живым интересом расспрашивали нас о походе и фотографировались с нами и с ладьей. Всего за день прошли 45,5 километров за 7 часов 41 минуту от Тайпольского залива до мыса Мустаниеми. Никаких приключений ярких за день не было, все по плану. Четвертый день похода, 21 августа. Утро начинается с вычерпывания корабля. Это стандартная процедура на каждое утро. Полностью герметичных деревянных судов не бывает. Готовимся к продолжению путешествия. Капитан Паль сверяется с маршрутом по картам. Средства навигации у нас вполне современные, карты и навигатор. Без бинокля тоже никак, рация тоже есть. И даже генератор для подзарядки камер и другой техники. Тут уж приблизиться к истории на 100% невозможно. Утром был штиль, стартовали в 9:40. Вышли сразу на веслах. Впереди маячил Приозерск, а вместе с ним гедонизм и разложение команды. Идти до него 13 километров на веслах.
Команда наконец-то более-менее сгреблась, начала показывать ровные 5 км в час. Учитывая, что нас на веслах было 20 человек, вместо полного экипажа в 26, это вполне себе неплохо. Скрип весел, плеск воды и бесконечные разговоры с шутками и смехом. Начался наш новый морской день. Особенно о члене капитана. Особенно о капитане. Заботишься о каждом члене команды, особенно о члене капитана. Дайте мне воды. Привет. Как дела? Часто здесь бывает? Нашим кораблем заинтересовалась любопытная девушка на сабборде и подплыла к нам. Взяли ее на борт. Хотя у нас в команде есть 3 девушки, Марина произвела фурор и получила массу повышенного внимания со всех сторон. Повезли ее поближе к Приозерску и выпустили на волю. Картину вы твари! Держите себя в руках! Аккуратно там положите в нос рядом с водой. Закройте бак с водой, если не пьете. Кто хочет пить еще? Да никто. Все, уже я... никто не хочет пить. Все хотят выпить. А где? У них там есть своя кружка. Верните сюда одну кружку. Смотрите, нас ее муж догоняет. Гребите, ребята, на легком катере. Внимание, приготовили. Стой, дай. Не, не поставим. Приготовились. Эй, оп. Передай. Оп. Греблись. Оп. 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 Прям втух. Какие-то новые нотки в него появились, да? Меж тем, Приозерск уже виден. За 4 дня историчного ладейного похода мы гораздо сильнее отвыкли от цивилизации, чем это бывает за неделю или две обычного туристического похода. Пока мы шли по бухте Приозерска, подгребая к яхт-клубу для дневной стоянки, все бойко обсуждали, чего именно они себе накупят в ближайшем магазине. По плану пополнения продовольственных запасов экспедиции и посещения крепости Карела. В этой крепости периодически проходят исторические фестивали, в которых и нам доводилось участвовать. Но мы здесь не за этим. Да, цивилизация – это другое дело. Глазу, привыкшему за предыдущие дни видеть только водные небесные просторы с кромкой побережья по левому борту, проплывающие мимо современные дома и яхты, наблюдать немного непривычно. В Приозерск пришли к 13:00, и сразу по приходу начался сильный ливень. Главное дело – пополнение запасов пресной воды. Часть команды немедленно была задействована на это. Закончив, мокрые викинги отправились на осмотр достопримечательностей, в качестве которой выступила местная крепость Карела. Поздняя артиллерийская крепость, где главная фишка – это ворота, обитые трофейными шведскими железными нагрудниками в петровские времена. Мы осмотрели город, крепость и ее музей. Снимать там не стали. Про Приозерск и Карелу и так существует достаточно видео. После осмотра крепости мораль в отряде начала стремительно падать. Всем хотелось тепла, вина и никуда не грести. Лично мы с братом получили неимоверное удовольствие, разорвав на части и немедленно употребив в пищу купленные копченую колбасу и белый хлеб. Кто-то предложил заночевать в городе, а вечером отправиться в бар. Но в планы капитана потеря команды не входила. Мачту ту же самую.
Дождь начал заканчиваться, в небе появились просветы, и несмотря ни на что, в 17.00 мы вышли из Приозерска. Нас тут же накрыл сильный туман, стали держаться поближе к берегу, насколько это позволяли глубины, судя по карте и навигатору. Песня нам в помощь. У вражеской земли смотри туда, куда идешь. Сквозь бури и ветра в ту страну, в чьем пламени пылает та звезда. И наш последний бой запомнят облака. И похоронит нас быстрая река, холодный ветер бьет глаза. Нам предвещая боль, мы стоим у пропасти и слышим волчий вой. Нас окружает черный лес из копий и мечей. Прославим мы его храбростью своей. Наш последний бой напомнят облака и похоронит нас быстрая река. Гонит ветер стаи туч, холодные снега. Наша боль осталась там, как на траве роса ломалась, ставили раскрой, который уже раз восхищенная звезда вела глазами нас. И наш последний бой запомнят облака и покоронит нас быстрая река. Мы осветили белый снег трупами врагов, мы пропели над огнем песню трех ветров во славе Одину хвалу. Войдя морской тропой, Тюрк погонит наш дракар опять на смертный бой. И наш последний бой запомнят облака и покоронит нас быстрая река. Осветили белый свет трупами врагов, мы пропели над огнем песню трех веков во славе Одину хвалу. Один! Я морской тропой, Тюрк погонит наш дракар опять на смертный бой. И наш последний бой запомнят облака и похоронит нас быстрая река. Холодная река, душевная река. Что-то каши вообще не ели бы. Мы нашли в себе силы. Продолжалось это примерно час, затем туман поднялся выше и разошелся. Солнце окрасило сталь серого нордического неба холодным золотом. Вода вторила небу, передавая оттенки северной красоты Ладожского озера прямо в наши души. Это моя! Там остров Бурнев, там производят испытания тротиловых зарядов, имитирующих боеприпасы ядерные. И испытывают торпеды гиперзвуковые. Мы туда не поплывем. Погода здесь переменчивая, и небо расчистилось, явив нам свою синеву. Весь оставшийся маршрут на сегодня пройдем на веслах. Наш путь лежит к острову Большой Черный, где мы встанем на стоянку. В 20.40 мы достигли цели и встали на каменистой стоянке с северо-западной стороны. Ночи становятся холоднее, но в целом погода пока баловала.
Мы планировали походить по шхерам и разным красивым местам острова Кильпола, но прогноз погоды показал, что у нас есть ровно двое суток до смены ветра на северо-восточный, поэтому надо утром срочно идти в сторону Валаама, иначе совсем не попадем. Сегодня мы прошли от мыса Муста-Ниеми к Приозерску и затем к острову Большой Черный. 30,5 километров за 6 часов 38 минут. Сопоставимо с первым днем путешествия, но далось это нам намного легче. Сказывалась сила привычки. Такое существо уж человек, что адаптируется быстро и ко всему, что угодно, привыкает. Это были мои пальцы. Пятый день, 22 августа. Утром стоял очень плотный туман. Чем севернее по Ладоге, тем больше катеров, яхт, лодок нам встречалось. Учитывая активное и безбашенное судоходство в районе, решили не выходить, пока не растянет. В итоге вышли в 12.00 и вместо Кильполы пошли на Валаам. Точнее, максимально к нему близко. Точно не на Мангу. Если ты говоришь, что надо... Полдень не только не осталось и следа тумана, но и стало припекать солнце. Все же еще лето. Команда превентивно намазалась защитным кремом. Сейчас мы отойдем подальше от берега на веслах и поставим парус. Идти будем сегодня по открытой Ладоге, вдали от берега. Можно еще один слой. За иконками. Пока ветер довольно слабый, мы будем грести. Весь наш поход по Ладожскому озеру задуман как большие ходовые испытания для драккара «Скальд». В планах упали поход на нем по Черному морю от Севастополя до Стамбула с переходами в открытом море вдали от берега, а затем и поход по Балтике, поход по Польше до самого большого в мире фестиваля викингов и славян в городе Волин, а там участие в регате копий исторических судов, гонки на драккарах. Обширные планы. Безусловно, без предварительных ходовых испытаний корабля выходить на нем в море нельзя. Вот мы его и испытываем, делая заметки о том, что в конструкции надо изменить и доработать. Никакая теория не может заменить опробование практикой. Такой мальчик. Подожди, он просто отрубил, даже меч не украл. Украл, но с мечом. А, с мечом. Можно я посмотрю твой меч? Дяденька милиционер, дай пистолет посмотреть. Да. Удобная вещь, меч стоимостью с деревни и легко носить. Зачем этому, как его, милиционерам автоматы раздают, чтобы хулиганы пистолеты не отобрали? Вот это рассказали местному, ну, как бы, вождю, яру. И он собрал всех, и осталось еще прилично. И начали думать, как делить. В это время кто-то из толпы подал голос и говорит... Ну, типа, давайте там как-нибудь разделим там. Ну, короче, половину забрал я, а другую половину он думал разделить между своей дружиной. И он вроде как разделил, но все равно остались деньги. Я люблю.
Фонный лак. По пути нам повстречалась ладожская нерпа, потрясающие милые животные. Ладожская нерпа под вид кольчатой нерпы, внешне похожа на балтийскую нерпу, но меньше и светлее, обитает только в Ладоге. Второй раз. Ребята, Саша, дал. Убираем весла, чтобы поставить парус. Разрифливаем парус, чтобы воспользоваться его полной площадью. Лопастью в нос! Кому лопастью в нос? Это не зал. Блять. Спасибо. Еще наяли в таких лучших оружиях. Бойся. 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 Будет. Сверху не участвует в постановке паруса, сели на бан. Вон там твоя кожаная сумочка. Остановка паруса. В очередной раз. Тут нам попались на вид еще две нерпушки. Команда в восторге. Нерпы держатся группами по 7-15 особей. И если мы видим одну нерпу, значит где-то недалеко есть еще нерпы. В северной части озера их больше, чем в южной. А всего популяция насчитывает около 5000 нерп. И некоторых из них в ходе похода мы увидели. Вон она. Нерпа. Подъем паруса. Ветер слабый, но сразу наполняет его. Пойдем на боковом ветре. Парус надо распереть. Берегите ёбла! Поднимай, поднимай! Ещё? Да, поднимай. До упора, иди. Еще! Вот так! Правый скот, но! Правый скот, но! Выпустить, выпустить! Вот так! Натягивайте вниз! Короче, вот пока! Вниз натягивай! Вот это. Вон там нас есть. В нос! Надо больше заносить, чтобы быть. Ты полез на пару? Отпускай. Так. На конец. Нос, давай. Правый шкот, еще занести! Еще на метр! О, видишь? Давай, я подержу. Так, ага. Да, вот так. И притянуть как можно сильнее вниз. Тянуть вниз на утку. Да, на утку. Все, оставляем. Давай, сейчас выберем. Нет, подожди, не надо выбирать. Не надо его выбирать. Все хуже должно быть. Держим. Шкот держит. Берите шкот. Под это, над палкой пикай. Над палкой. Шкот, над палкой. Мы пошли на полностью разрифленном парусе. Это 49 квадратных метров площади. Ветер боковой 3-4 метра в секунду. Прикольно. Снял ты, да? Вот это да, система. Из палок и... Из палок и ветра сделали движитель. Не говно, а исторично. Сели? Там узел навязал этот. Время. Так. Угу. А если кому интересно, задеть, могу показать. Офигенный узел вяжется быстро и не скользит. Давай.
держу. Смотрите гальюн, пожалуйста. Короче, он просто на любой части веревки вяжется. То есть вот если взять горизонтальное направление у нас, одну как бы вертикальную петельку делаем с одной стороны, другую вертикальную петельку делаем с другой, то есть вот эта вот система. И потом перегинаем, Антох, и заводим. Глянь там галью. Все, то есть и сюда вставляем, он затягивается. Но есть момент, если ошибиться, допустим, вот мы так сделали, но сделали просто вот так, то у нас этот узел начинает вот он разваливаться, скользить. Угу. Это уже не узел. Значит, как правильно еще раз? То есть правильно получается, вот мы когда взяли горизонталь, вертикаль одну такую, с одной стороны горизонтали и с другой, и перегнули. Ага. Все. Скорость 5-6 км в час. Время паруса – время отдыха для команды, а заодно и настало время перекуса. Александра снова нас радует нехитрой снедью. Сушеное куриное мясо сегодня у нас на обед. В 13:30 начался дождь. Вымокли. Мы пытались обогнать тучку и уйти от нее, чтобы не мокнуть. Но она нас догнала. Ветер стих окончательно, волна улеглась до зеркала и дальше пошли на веслах. Команда оделась в теплое, парус снимать не стали. При гребле под дождем самое опасное – это мокрые весла. Весло и руки должны быть сухие, если они мокнут, мозоли натираются мгновенно. Кто-то из команды стер руки в первый день. Мне же каким-то образом удалось заработать мозоли только под этим дождем. Идем дальше. Снова солнце. Ветерок наполнил парус. Убрали весла. Так весь поход. Мокнем, сохнем, гребем, парус, отдыхаем. Холодно, гребем, солнце, жарко. Одеваемся в теплое, раздеваемся по пояс. И все это чередуется в разных сочетаниях. Пионеры, чуваши, готовы? Готовы. Нет, туда разбирали, вон, садим там. Передайте гальюн. Средневековая настольная игра «Мельница» была распространена в Европе, Скандинавии и на Руси. Попала к нам, предположительно, из Средней Азии, еще до 9 века. Есть у нее еще одно забавное название – «Девять пляшущих мужчин». Правила легко найти в интернете. Ну что? Может, я еще не намазался? Но у меня время намазал. Ивана время намазал. Такие рожи белые. Да. Просто на абордаж готовимся. Да, ты же как в маске просто сидишь. Ну и рожи. Идем. Идем. 100 километров на веслах сделали. Я такой, ну не знаю, что делать, куда-то укормить, там такие кошмары, короче. На горизонте вдали дождь, а спереди перед нами радуга, даже две. Костюм твой сейчас у Сережи, да, Сережа? Время подрифить парус, да и вообще снять его. Да все хорошо. Все хорошо. Растяните его только по длине, чтобы у вас он... Снова нам встретились нерпушки. 9:00 вечера. Приближаемся к острову Микирикё. Yeah.
Из она сразу херает. Раз прям в лоб. Маленький просто. Это подросток. Либертат. Сейчас опасная пара. Вот такие карты получится, если мы налетим. Да ну нафиг. Там важный танк. Слушай, весла. Слушай, весла. Нет, природа очистилась, они вернулись. Они то все видало. Будьте осторожны, здесь справа, слева камни. И только по центру проход. Я не знаю, сколько у вас кит. В бухте нас встретил приветливый рыбак Борис. Зайти в бухту было непросто, и потребовалась максимальная внимательность и аккуратность всего экипажа. Мы осторожно прошли между камнями и направились к скале, чтобы причалить. Впервые за весь поход мы запарковали наш дракар прямо у самого берега, а не в отдалении. Это дало нам возможность сходить на берег посуху. В качестве трапа мы установили у носа корабля лодку «Голавль», что повысило удобство перемещения с ладьи на берег и обратно. Это пройти. Дальше к малой стороне близко не прижимайтесь, слева должно быть поглубже. А где тут встать-то можно? Вот, вот сюда самое лучшее, наверное. Вот с левой стороны, вот к скале. Там глубоко лодку поставить можно, если корабль. А высаживаться вот, можно? Где? Вот сюда вот, да, где дерево растет. Да-да-да. Внимание. Правый борт, два грибка вперед. Аккуратно, береги весла, камни. Оба борта, два грифа вперед. Правый борт, береги весла, камни. Сюда даже яхта вставала, у нее с килем хороший. Вес у вас там, сюда, наверное, сюда. А как мне усаживаться? Левый борт табань, правый два гребца. Здесь чуть правее камни. Тормозите, слушайте. Я снова упал. Выйдешь на берег? Да. Выходи. Спросом. Там есть что-то? Березка маленькая. Выше что есть? Придержи, придержи нас. Там есть что. Если нет чего привязать, значит возьми легкий вверх, закинь наверх. 20 часов 50 минут. Мы причалили к берегу. Фух, мы пришли на стоянку. Готовится ужин. Сейчас поужинаем и будем ложиться спать. В 4 утра мы должны встать с тем, чтобы выйти в сторону Валаама, потому что погода по прогнозу очень сильно испортится. Будет шторм, порывы ветра до 30 узлов. До этого времени нам надо успеть попасть на Валаам, где мы встанем в бухту и будем пережидать шторм в течение суток. А дальше наше приключение продолжится. Я покинул карту.
Подготовка ладьи к ночевке. Установка тента. Погода переменчивая, но пока везет. Завтра идем на Валаам. А сегодня вечером у нас гороховая зупа на ужин. И здоровый сон. Да, кто молодец. Сибирская язва. А запас есть? Это не из Дальнего Востока, это Сибирь. Дальний Восток, часть Сибири. Камчатка, часть Сибири. Прошли от Большого Черного острова до острова Микерикё. Всего за день пройдено 41,4 километра за 7 часов, со средней скоростью на веслах 5,2 километра в час. Шестой день похода, 23 августа. Карты смешаны, планы изменились. 9 утра с чем-то. Сегодня мы проснулись в 5:30. Обычно мы вставали в 6. Но в этот раз надо было встать раньше, чтобы успеть до ухудшения погоды, которая вчера вечером прогнозировалась на обед этого дня. Погода решительно изменилась. Раньше, чем обещали прогнозы. Ветер усилился до 15-20 метров в секунду. На море гуляли волны 2-2,5 метра. Но самое главное, ветер был навальный на бухту, где мы стояли, и выйти из нее, не рискуя быть прижатыми к камням, было невозможно. Капитан дважды за утро принимал решение о погрузке и попытке выйти, но оба раза отменял ввиду ухудшения погоды. На завтрак овсянка, каша, хлеб и сыр. Да нормально, это же горох, чё. А возьми, Вань, сразу на двоих возьми просто. А наши там, знаешь, что применили? Первый тактик вот это вот, когда... Настильный огонь, когда наши еще так, артиллерия, когда еще закончила отрабатывать, мама двоих уже пошла. Так, ну, написано так, что первый раз. Вот. И, короче, там какую-то часть еще 200, короче, там память даже есть. Короче, закопался на артиллерии. Но по всем военным расчетам, что если не применили, то еще больше. Валаам откладывается. Было решено вставать на дневку. Интернета МТС нет, есть очень слабый мегафон и Теле2. Для получения прогноза и больше ни на что не хватает. И то, чтобы поймать его, нужно лезть на самую высокую точку острова. Лично у меня на Билайне связь не ловила весь поход. Лишь ненадолго я появился онлайн в Приозерске. И то это, в принципе, хорошо. Отдохнуть от интернета – это прекрасно. Выход откладывается, потому что погода очень сильно портится, очень сильно быстро портится. Соответственно, сейчас мы остаемся, будем ждать погоду. Убираем весла, ставим корабельный тент. Предстоит целый день неспешного отдыха. Так, она что-то натягивается здесь.
что еще угонить. Комфорт создан. Ну что, чилим на разработке? Чем сначала кальян? Самовар. Так, кальян, самовар, коньяк, где? Музыкальная колонка, гитара. Вот минимальный набор витамина, да? Минимальный набор реконструктора образца 2021 года. Чилим на расслабоне. Сегодня мы в ретрите. Не в ресурсе. Дружина Паля Железного отдыхает. Короче. Есть лишний конец? Спасибо. Не один. Я хочу побаловать. Что? Побаловать? Лишним концом? Продолжается волнение, поэтому мы, похоже, будем здесь ночевать на этой стоянке, и вся команда отправляется за дровами. Отправляемся на заготовку дров и исследовать остров. На острове есть несколько небольших построек, которые используют промысловики. Летом здесь постоянно находятся два человека. Они добывают сига, ряпушку, палию. Это лососевые рыбы. Рыбак Борис оказался человеком общительным и хорошо знающим остров. Показал нам финские укрепления, которые были в сильно лучшем сохране, чем на мысе Мустаниеми. Бронеколпак на наблюдательном пункте был на месте, а на самой верхней точке острова находился бетонный дальномерный пост, эдакий двухуровневый финский бункер, в котором предприимчивые рыбаки оборудовали себе баню. Выражение «финская баня» заиграло для нас в тот день новыми красками. Собираем дрова. Да, островок красивый, конечно. Хочется идти дальше, но будем ночевать здесь, по всей видимости. О, Саш. Жители острова. Да. Знаешь, население, да? Острова увеличилось на 22 человека. Этому населению требуются большие запасы дров. С каждым днем сильнее чувствуется приближение осени. Рябина горит ярким цветом пучками ягод. Принесенные дрова надо сразу нарубить. Договорились насчет бани в финском бункере. Дров надо будет много. Помимо разветвленной сети окопов, выбитых в скалах, бункеров, постов и пулеметных гнезд, на Микерке есть радиоактивный могильник. Он находится в распадке скал, и в прошлой финской жизни он был радиоузлом обороны. Его набили радиоактивными хреновинами и забетонировали. Раз в год на остров приезжают военные и меряют через трубу, идущую внутрь бункера, радиацию внутри. В общем, руки, ноги и прочие члены в трубу лучше не совать.
А в остальном знающие люди говорят, что фон на острове в норме. Но решено было не делать компот из местных яблок и рябины. На обед будем готовить фасоль с мясом. Также сделаем уборку на корабле, починим разное и наведем порядок в вещах. Продолжаем исследовать остров. Скалы, мхи и низкий кустарник говорят нам о том, что мы находимся на севере. Ветер облизывает остров со всех направлений. Мелкая морось не прекращается. Тучи свинцом нависли над Ладогой. Расцветки растительности напоминают рыжую медь, подернутую патиной бледно-зеленых окислов. Можжевельник своими мягкими лапами цепляет прохожих, которых не так часто видят тропы острова Мюкерекё. Вообще, правильно Мюкерекё, но все говорят Мюкерекё, и мы тоже будем. На финском это означает «ненормальный». Приступили к помывке личного состава. Натаскали дров, воды. Генератор тоже нужен для света. Команда 22 человека. Бункер не такой уж большой. Моемся небольшими отрядами по очереди. Приближается наша очередь. Остров вытянулся с северо-востока на юго-запад на 1400 метров. Ширина до 600 метров. Остров является скалой высотой 23 метра. Высшая точка острова 20 метров от уровня воды. На ней стоит невысокая наблюдательная башня. В ней и расположена наша баня. Вот, кстати, берёзы. Но я не уверен. Видите, там чуть-чуть надо. Дубовый, но чужой, поэтому. Там не денег, но я не думаю, что вас тут брать. Просто вы там помылись. Можно пошлёпать друг друга. Пошли путь. Не влезть, так вот камни где-то. Заголовлялись. Вот это вот сложенные кладки, это позиции были, наверное. Не точки. Да-да-да, строили оборону, потом просто отдали нам, без боя. Это говорит о чем? О том, что был неверный вектор приложения усилий. Приняли неправильную политику. Любители истории обсуждают политику прошлого, как положено. Как без этого у реконструкторов? Значит, воевали не туда. В 44-м, ну когда уже все проебали. Значит, была стратегия, ошибка. Ну да, у нас была лучшая стратегия. Раз мы это все забрали без боя. Они рассчитывали на оборону от флота, от десанта. Так, затопили баньку в старом финском бункере. Сейчас у нас будет настоящая финская баня. Бункер времен войны. Здесь был командный пункт финской обороны. Посмотрим, что внутри. Там темно. Ну, я так проникаю в темноту. Темно. Ну, сейчас включим генератор. Там, если что, пальцами в коробке не лазьте, все зайдите. У него есть эта камень? Ну, где он подключается? Вот, да, синий. Сейчас давай я камень плоский притарабаню, еще такие есть. Заготовка веников. Для того, чтобы пропариться в финском бункере. Да. Чтобы хорошенько пропариться в финском бункере, нужны веники.
Так. В финском бункере настоящая финская баня. А есть какой-нибудь этот книфтик? Прежде чем попариться, нужно набрать, натаскать воды. Сейчас займемся притаскиванием воды в баньке. Вообще этот бункер облюбовали рыбаки местные, и они постоянно там парятся. Соответственно, мы тоже решили воспользоваться этой прекрасной возможностью. Берега острова вылизаны водой гранит, местами порублены, немногочисленные деревья. Вода набрана, свет запущен, можно начинать помывку. До того мы мылись только в холодной воде Ладоги, хоть и каждый день. Горячая вода и веники доставили нам неимоверное удовольствие. Вот у нас порылочка. Здесь раздеваемся. Там второй этаж. Наблюдательного пункта. Серьезно? С камерой. Не, а когда еще это? Когда ты попаришься в настоящей финской бане? Не просто финской бане, блин, а в командном пункте. Представляешь, какая жопа была строить этот бункер? Восьмой день похода. 25 августа 2021 года. Вышли в 3:30 на веслах. Встали в 2:00, собрали лагерь, приготовились к броску и ждали первых проблесков утра. Накануне мы легли спать пораньше, в 19:00. Весь седьмой день похода мы ничего не снимали, продолжали стоять на острове Микерикё. Гуляли, пили чай, смотрели вдаль. И вот мы снова в пути. Море, начав успокаиваться, примерно в 2 часа ночи уже успело подсесть. Зыбь волн не особо мешала, смогли вылезти из бухты. Обойти здоровенную опасную каменную луду рядом с бухтой и развернулись на север, к берегу. Идем в темноте, только скрип весел и плеск волн наши спутники. На горизонте забрезжил рассвет. Заснуть вчера в 19 часов вечера было легко. Походе вообще легко спится и засыпаешь сразу, как только ложишься. Встали также легко, позавтракали и собрались быстро. Все понимали, что погода может снова испортиться. Наше окно для выхода из бухты по прогнозу всего 2 часа, и все удалось хорошо. Валаам, конечно, уже был недостижим для нас. По графику пора было двигаться в Лахденпохью. А вот так. За 3 дня многое могло произойти. На веслах шли 11 километров, после чего начало понемногу задувать с юго-востока, как раз попутно. Решено поставить парус и дальше идти на ветре. От Микерикё до Лахденпохи 35 километров. Позади 11, впереди еще 24 из них. Ставим мачту. Сначала надо снять со стоя крею с парусом, затем убрать весла на мидели и сложить их вдоль борта. Опыт показал, что складывать весла вдоль борта наиболее удобно. Затем нужно открыть замок, поставить мачту, зафиксировать ее замком и подвязать ванты, закрепив мачту строго в вертикальном положении. Далее убираем стойки и ставим на место рею. Такой алгоритм действий. Чтобы это делать быстро, нужны тренировки. Стойки на корабле нужны для складывания на них мачты и реи. Иногда на них удобно сложить весла, но только во время стоянки. Также стойки служат и для установки тента поверх ладьи на отдыхе. Thank you.
Юрий, идем сюда, будешь вантовым. Ванты поможешь вязать. Вы не торопитесь, пришагивайте весла потихоньку. Весла уберите с замка. Здесь весла с замка. Замок не открывать пока. Вот там еще ничего не есть. Замок снимай сразу. Давай мачту поставим и стойку снимем. Она встанется? Да. Встанет. Не будет, не будет. Стойка рею мешает. Все. Мачту на корму. Мачту на корму. Еще чуть-чуть. Заходит? Нет, еще. 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 Что там? Еще, еще. Еще. Все. Опускаем. По уткам выравнивайте сразу. А так? Да, да, сейчас да, вообще не тянут. Может так, вытащите. Вант расправьте. Вант перекинь, а то сейчас потом тяжело будет. Потом это 2 секунды сделать, ребят. Ставьте матч. Давай, давай. Ставьте, ставьте замок. Сколько надо перекидывать, когда уже... Дайте кияночку. Ага. Нет. Давай поставим тогда, потом уберем. Голова! Пригнуться! Замок. Ну и чудно. Все, сел. Ну что значит присутствие капитана рядом? Бегите, ебал, сам сказал. Надо будет взять на вооружение команду. Так. Юрий. Разобрали ванты. Твой выход. Давай. Поднимаем? Готовы? Сейчас потихонечку, пока по глубокам прошли. Готовы. Да. Спиной, спиной, спиной. Садись. Все, все, все. Левый шпак, правый шпак, правый шпак. Помогите Йохану тянуть парус. Пока я бугль держу. Все. Поднимаю. Встань, треснуть на пару, помогите. Ой, бля. Ученица, помоги мне сделать. Шкот, держите. Еще? Да? Пальцы, пальцы. Последнюю вот так вот, так. Чтобы она... Вот так вот? Да. Сам уже, блядь. Так, да? Сам уже. Чтобы она сама себя прижала. Ага. Парус поставлен, идем галсами, то есть боковым ветром. Пока ветер слаб, команда подгребает веслами. Что сказать о драккаре Скальд? Он великолепен.
Его длина составляет 18 метров, ширина 3,4 метра, высота мачты 11 метров. В ходе похода, как вы сами видели, она была укорочена до 9 метров, что оказалось оптимальным. Вес корабля 5,5 тонн, о чем я уже говорил. А вперед его движут 26 весел. В нашем случае 20 весел, так как команда в походе 22 человека. Сделан скальд как копия находки датской ладьи начала 11 века, известной как Скульдилев 5. Саранску, да? Туле тоже привет. Да, Туле обязательно. Губернатору. Дюмину. Ну и все. Там мама, папа, братья, да, привет. Своему режиссеру, продюсеру, Господу Богу. Да, да, да. Команда тоже великолепна. 19 парней и 3 девушки из разных городов России. От Нерюнгри в Якутии до Петербурга, Москвы, Тулы, Воронежа и других. Все мы специально собрались здесь, на Ладожском озере, в августе 2021 года ради этого похода. И отлично сдружились за эти 8 дней. И даже больше, чем сдружились, мы сгреблись. А это не каждому в жизни удается сделать, даже когда дружишь много лет. Наступил момент, когда сила ветра превзошла силу команды, а значит, грести нет смысла, и мы отложили весла. Часть команды тут же разлеглась на банках, чтобы добрать сна. Идем под парусом на Ланденпохью. Кругом прекрасные острова и скалы. А говорили через 3 часа в Ланденпохье. Это что, 3 часа спал, что ли? Так мы еще и не доплыли. Да. Это только пригород начался. Ну да, 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 даже по пригороду. А мне сон такой снится, как будто мы в Петербург входим, мы прям по Неве плывем. Да. Нас сюда пустят. А там, короче, нас встречают. Мэр. Ключи, блядь, города приносит. Остался один день. Короче, такой был сон. А проснулся, тут все лишь Ланденпох. И нас никто не встречает. Входим в Екимварский залив и движемся уверенно в бухту Ланденпохье. Мимо нас проплывают скалы, усыпанные деревьями, что растут прямо на камнях. Что изменится, да? Не, может быть, помещение там получше, да? Ветер все крепчает, и мы на полном фордевинде с парусом на раскосах движемся, чтобы ворваться прямо в Ланденпохье. Могли и не открыть. Решено запустить коптер, чего мы не рисковали делать все предыдущие дни из-за ветра. У нас пока мало опыта работы с ним. Какая красота! На веслах, да? Входим в Ланденпохью. Это было в 11:00. Здесь мы с Сашей должны сойти с маршрута, так как нас ограничивает работа. Нам нужно вечером быть в Петербурге, а завтра ехать в Мончегорск. Ребята продолжат путь еще в 4 дня и достигнут Сартовалы, но будет это уже без нас.
Встали в местном яхт-клубе и отправились всей командой гулять по городу, где на нашем пути внезапно попался бар «Викинг». Ну, вы же понимаете, что мы не могли не зайти, и похоже, что за пару часов мы сделали бару дневную выручку, не меньше. Уходили с подарками от хозяев, песнями да гиканьем. Топоры и копья вот только забыли на корабле, а так, конечно, полный комплект. Красавцы. На камеру мы это не сняли. Сегодня мы прошли 35 километров за 7 часов от острова Микирикё до города Лахденпохья, Республика Карелия. Команда двинулась дальше. Мы проводили корабль, ставший нам домом на 8 дней, полюбовались Ладогой и отправились в Санкт-Петербург. Это было слишком хорошо, чтобы описать словами. Многое осталось за кадром. Мы уехали, а великое озеро, море Нева, так же, как и до нас, и за тысячу лет до нашего похода, во времена наших предков, продолжило нагонять свои волны на каменные берега. Мы сюда обязательно вернемся. И вам советуем тоже здесь побывать. С вами был канал Секира и команда Драккара Скальд. Смотрите наши следующие видео и до встречи на фестивалях. Пока!